Помолим. Царь небесный, утешитель дух истины, ты везде есть, весь мир наполняешь, сокровищница благ и жизнеподатель, приди, селись в нас и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Господи, просим Тебя, благослови наши занятия, не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами в этот воскресный вечер. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии. Всякое разделение, противоречие удали от нас. Хвала же Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание Петра, 2 глава, 14 стих. С 14 по 16 стих. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. А оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Толкование. Порядок такой. Срамники и осквернители. Сердце их приучено к любостяжанию. То есть искусные в любостяжании, сыны проклятия, пирующие вместе с вами, имеющие глаза, исполненные любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, которые и Павел назвал женщинами, утопающими во грехах. Второе послание Тимофею 3:6. А за что предлежит им в будущем веке мрак? За чрезмерную их суетность, по которой они нечистотами и плотскими похотями прельщают бывших прежде в заблуждении и искренно оставивших его возвратиться, как пес на свою блевотину. Они, говорит, не имеют ничего свойственного чистоте, но пристают к чистому обществу, как пятна на чистой одежде. Когда обольстят кого-нибудь и успеют сделать попавшихся в их сети мужей и жен нечистыми, почитают это дело наслаждением, дополняя свое развращение. Они, и пиршествуя с вами, делают это не по любви к общению с другими, но потому что находят это время удобным для обольщения женщин. Они, имея глаза, смотрят не на что иное, как на любострастие, и непрестанно, имея это в виду, и греша, как сыны проклятия, прельщают неутвержденные души. Ибо сердце их не приучено ни к чему другому, как только к любостяжанию, то есть к разврату или к корысти. И через то и другое, оставив путь, который мог привести их ко спасению, они заблудились от него и подверглись к тому же, чему и Валаам, сын Вассоров, потому что и он по любви к подаркам возлюбил и награду неправедную.
Валаам, получив однажды запрещение от Бога идти к Валаку, снова побуждаем был к тому надменной своей страстью, которую он откармливал своим неистовым чародейством. Но, обузданный страхом Божиим и страшными знамениями, бывшими во время пути, не переменил слово благословения, которое было делом не чародейства. Ибо пророки с сознанием произносят свои вещания. Посему-то и апостол назвал его пророком, как сознавшего, что он говорил. Ибо если бы он не сознавал своих слов, то не мог бы выбрать того, что лучше. Итак, благословение его было делом не волхвования, но силы Божией. Вопросы? Вот сегодня собрание у нас было, и сестра рассказывала, как в селе Клочки выгнали ее из храма священники там. Татьяна Кузьминична Капустина, и там уже сестра Нина Жолнарова уже несколько лет стоит. На улице молится, ее не пускает, и вот сестру нашу выгнали. А почему? А чего вы свечки не берете? Так все Богу должно чистое, должно все подаваться, сестра отвечает. То есть главное, ни Христос, ни Евангелие, ни Библия, свечки. О чем это говорит? А вот то, что мы сейчас и читаем. Любостяжание. Заблудились. Вот. И вот пророк заблудился, и вот ослица его поставила на путь истины. Надо молиться, чтобы нашлась какая-нибудь ослица и устыдила этих пророков, горе священников, которые клеймят неправильно общину нашу, сестер наших, называя еретиками. Свечки главное. А ты крест не поцеловала. Ну, потому что к мощам вот начали ее пытать как. Ужас, что творится. А другие женщины, что вы делаете, что вы делаете, она сочувствует. Нельзя же так. И Татьяна Кузьмична, ну мы же братья, сестры во Христе, зачем вы нас гоните? Нет, пошла вон на улицу, на дождь, на мороз. Второе послание Петра, 2 глава, 17 по 19 стихи. Это безводные источники. Облака и мглы, гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Толкование. Апостол опять начинает говорить о нечистых гностиках, уподобляет их безводным источникам, потому что они утратили чистоту проповеди и сладкую воду жизни. Сравнивает их с облаками, гонимыми ветром, разумея ветер противный. Почему и назвал его бурею, так как буря приводит гонимое ею в совершенный беспорядок. Они, говорит, облака не светлые, каковы святые, но темные, полные мрака. Приводит и причину сему именно то, что они по суетности произносят речи надутые, привлекая плотской похотью в разврат тех, которые совершенно избегли его. Или если некогда и находились в заблуждении, то впоследствии покорили себя Господу. Сами, говорит, будучи рабами упомянутой нечистоты, которую по справедливости и назвал тлением,
обещают обольщаемым свободу. Вопросы. Желающие высказаться есть? По всему поводу, как это к нам относится? Слышим ли мы сегодня надутые пустословия? Чувствуем ли, как вот уловляются вот эти плотские похоти и разврат, неутвержденные души? Едва-едва отстали вот от находящихся в заблуждении, а их опять обещают свободу. Какую свободу? Они сами рабы тления. Ложная свобода. Свобода от праведности? Нет. Мы не свободны от праведности. Вот свобода от греха, истинная свобода от греха. Мы свободны, христиане, истинные. А плотские люди, они вот и обещают, и написано, многие изберут себе учителей, которые льстили бы слуху. То есть, вот эти вот неутвержденные души, они склоняются к этим обещаниям. Ласкают слух, обещают свободу. А кто ж ее не любит, свободу? Вот лозунг был в свое время. Свобода, равенство, братство. И все пошли на этого, клюнули на этот крючок. Реки крови потом полились. Революция 17-го года. Свобода. Богу не угодна такая свобода. Не нужно поддаваться на эти обещания. Быть нужно осторожными. Бдительными. Чтобы никто не уловил вас вот в эти вот сети заблуждений. Поэтому и мы молимся ни направо, ни налево. Потому что нигде нет столько заблуждений, как сколько в православии. В основном вправо уклон. Влево это когда отнимают что-то от Писания, убавляют, урезают, а вправо это вот прибавляют. В православии очень много прибавлено наносного, чего не нужно было прибавлять. Господь говорит, кто убавит или прибавит, к тому, что в книге сей написано, да будет анафема, то есть проклят будет человек. И мы вот эти занятия ведем, то есть учимся идти вот строго по учению, соблюдая все каноны, церковные правила, нигде не нарушая. Пройти по окровавленным стопам Господа и обрести вечное Царство Его Небесное. Второе послание Петра, 2 глава, 20-22 стих. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Толкование. Сими словами подтверждает два предмета. Во-первых, то, что побежденный по необходимости работает своему победителю, и во-вторых, то, что познавшие истину, но опять придерживающиеся прежнего нечестия, впадают в зло худшее прежнего, присовокупляет и причину, подтверждающую тоже. Притча 26.11. «Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою». Положение их становится хуже, чем было до познания о рабстве, ибо сатана старается, чтобы они впали в большее зло,
Посему-то апостол и говорит, что при такой будущности для тех, кто добровольно возвращается на зло, лучше бы было им не познавать правды, нежели познав, впадать в большее зло. Потому что и пес возвращается на свою блевотину. Бывает еще отвратительное, подобно как и свинья, ищущая омыться от грязи. Если делает это в грязи же, оказывается еще грязнее прежнего. Вот такое грозное предостережение нам, христианам, познавших истину. Хуже первого. С нас спрос будет гораздо больше, если мы уловляемся какими-то страстями и похотями, познав истину. Лучше бы, говорит, не познали, чем познавши. Не сравнивается, кто мы. Псы, пожирающие свою блевотину, и свиньи, опять, которые вымыты, уже очищены в таинстве крещения, очищены через слово, и опять как идем валяться в грязи. Глупые. Глупые повторяют глупость свою, то есть были глупыми, но омылись, стали мудрыми, умудрились через Слово Божие, познали истину. И что опять произошло? Кто совратил вас с путей? Праведных. И этот человек тоже, который совращает, говорит, лучше бы повесили ему мельничные жерна на шею. То есть, кто соблазнит одного из малых сих. Есть вот такие злодеи, соблазнители, которые вот дня не могут прожить, если они кого-то вот в разврат, вот в похоть, которые вот не соблазнят. А какие души соблазнят? Неутвержденные. То есть твердую душу, которая твердо верующая, глубоко верующая, ее очень сложно с пути истинного сбить. А здесь жена рождает, и дьявол стоит готов уже пожрать младенца. То есть эту неутвержденную душу христианскую, которую мы ищем младенца, она готова пожрать. Она готова его соблазнить. И поэтому нам нужно быть вместе, иметь общение с друг с другом, держаться друг за друга. Вот как овцы, если одна отстанет, заблудится, тут волк ее тот, тут или лев как раз ее и схватит, и поглотит. Поэтому Господь и говорит, имейте общение друг с другом. И тогда кровь Иисуса Христа очищает вас от всякого греха. Будьте вместе. Для этого Господь и Церковь создал. В одних поставил апостолами, учителями, пророками, евангелистами. Все есть для спасения в Церкви Христовой, православной. Все есть даже в Московской Патриархии. Человек может спастись. Господь все для этого сделал по человеколюбию. Вот. Единственное, нужно бодрствовать и молиться, и не увлекаться за этими вот лжеучителями, лжепророками, которые возлюбили мзду неправедную из любостяжания. Почему вы свечки не берете? То есть в храм пришла человек, покупай, а если не покупаешь свечки, пошла вон. Ну что это такое? И епископ Сергий почему не наведет порядок? Бывал, сколько раз в Потеряевке, улыбается, расположен. А тот священник против, а у нас с ним разногласие. Ну как у тебя против генерала пошел солдат? Ты не боишься ли, что тебя на гаупвахту отправят генерал? Нет, страха Божия, неверующий совершенно.
Когда говорит ложь, говорит свое. И главное, сестре, отрекись. От чего? От книг. Вот он где, корень зла. В свое время мы там на 9 машинах приезжали в это село, в Клочки, раздавали Евангелие. Так потом священник ходил, следом собирал и сжигал. Так я слышал было. Вот, братья, что делается-то. И здесь нам апостол Петр и пишет через 2000 лет. А все это было написано для нас, дабы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. То есть там, где любостяжание, там, где торговля, там, где требы за деньги, там, где таинство за деньги, нет там истинной любви Христовой. Ну как молитва за деньги, как? Вот отца Владимира Головина буквально сожрали тоже. Но вот ее мне нравились, его проводи, простой такой батюшка в Потеряевку, вот хотел приехать и расположен к Игнатию Тихоновичу. И... Но вот молитва за деньги прям вот все перечеркивает буквально. Ну как такое можно было придумать? И пока не внесешь, не можешь участвовать в соборной молитве. Симония, грех, поражена этим церковь, конечно. Жаль. И вот апостол Петр об этом предупреждает. Любостяжание, то есть стяжать любят. Ну, корыстолюбие она еще называется по-другому. Вот здесь толкователь говорит, что это разврат какой-то. Но оно разврат-то от чего? Лишние деньги, человек легко добытый, как сыны Илия. Священника, который Господь упрекал, что он не так должно их воспитывал. Сегодня проповедь была, как мы должны о детях своих заботиться. Кто о своих и домашних не печется, тот хуже неверного. Так он их вразумлял, плохо. Святополк говорит, надо было вязать, избивать и изгонять. Вот это вот было бы тогда любовь. А кто ж свое дитя-то будет избивать-то, изгонять-то? Потворствуем грехам ихним-то. Вот беда-то, как Господь еще с нас будет спрашивать. Пример Ильи нам. Как? Погибли и дети Илья, хотя был священник. И те дети священника. А сейчас как думают, раз священник уже все в Царстве Небесном. Не тут-то было. Златоуст говорит, большая часть священников погибает. А тут дети в разврат, мясо, которое приносят в жертву для Бога, они сами вперед ели. И отец не мог их вразумить. Плохо вразумлял. Это в укор ставится ему. Строже надо быть с детьми, не бояться проявлять истинную любовь, не потворствовать к греху. Вязать, избивать и изгонять из церкви, предавать епитимье за грех. А сегодня что? Нет, отменили. Когда? Кто это сделал? Зачем? Обмерщенная церковь совершенно. Правильно Достоевский писал, инквизитор братья Карамазовы. Мы разрешим им грешить, ты спас. Только некоторых, а мы спасем весь мир. Мы разрешим им грешить. Вот эти занимаются, эти экономисты. Правило. 719, 413 умышленно нарушается. Зачем их нарушать? Кто внушил вам это? Так, вопросы, дополнения, комментарии.
Я микрофоны тут кое-кому отключил, чтобы. Галина, что-то хотите сказать? Нет, все. Чтобы помех не было. Шума. Глава 3, 2 послания Петра. 3 глава. 1 и 2 стихи. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Толкование. Ибо чистому смыслу свойственно помнить, что выслушано или заповедано спасительного, и возбуждаться к исполнению сего на деле по, со всею силой и усердием. А заповедано это через проповедь пророков и апостолов. Посему и Павел говорит, так, секунду, братья не могут подключиться. Так, Олега Бушила, подключите кто-нибудь, сможете? Сергей Евтушенко. Или я сейчас, давайте. Так. Нет, не то. Все уже здесь, Олег Бушева. Все, спаси Христос. А сегодня кнопка высветилась у всех, но все же подсоединились как. Просто у Олега что-то, да. Продолжаем чтение толкования. Посему и Павел говорит, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, Ефесянам 2:20. Ибо все они возвещали о пришествии Господа, и нельзя не верить столь многим свидетелям. Почему же говорю о пророках и апостолах? Потому что они возвещали и о первом, и о втором пришествии самого Господа и Спасителя нашего. Порядок речи такой. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, заповедь апостола своих, по заповеди Господа и Спасителя. Почему же заповедуют оживлять память о сем? Потому, присовокупляет, что страстно живущие по своим похотям бесстыдно нападают на верующих и насмехаются над ними, видя, что некоторые страшатся пришествия Господня, которого вместе с пророками предвосвестил и сам Господь, и посему гнушаются нечистой жизнью их, особенно потому, что за предсказанием не тотчас следует событие, но для спасения, вписанных в книги спасаемых, допущен промежуток. Игнат Тихонович Лапкин дает комментарий на слова блаженного Феофилакта. Через проповедь пророков и апостолов. Проповедь опять, уже в который раз он акцент делает, подчеркивает, что нужна проповедь, сеяние Слова Божия. Тогда души будут возрастать в вере. А если этого нет, то и ничего и нет. Когда сегодня приводишь в доказательство необходимости проповеди места из Ветхого Завета, то слышится упрек в уклонении в сектантство.
Блаженный Феофилакт так не рассуждает, он не разделяет Ветхий и Новый Завет, но показывает, что они как два крыла у птицы. Ветхий и Новый Завет – это те два динария, которые добрый самарянин Христос дает гостиннику, священнослужителям, и обещает дать награду, если тот потратит что-то сверх того, то есть если потрудится в истинном истолковании Библии, чем и занимались святые отцы Вселенской Церкви. Пользоваться и Ветхим, и Новыми Заветами, и Новым Заветами нам повелено, заповедано через проповедь пророков и апостолов. Так что мы это четко себе должны усвоить, что Ветхий и Новый Завет, они как два крыла. Оба даны одним и тем же Господом и Спасителем нашим, Иисусом Христом, Отцом и Духом Святым. Второе Петра, 3 глава, 3-4 стихи. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящим. Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Толкование. Из-за того, что для спасения многих, написанных в книге живых, не наступает вслед за словами само пришествие Господа, наглые люди нападают на верных с насмешками и говорят, где обетование пришествия Его? Но из-за того, что не исполнилось еще по вышеупомянутой причине одно обетование, несправедливо не верить и прочим спасительным заповедям Господа, как желают и домогаются люди злонамеренные. Так пустословили гностики того времени именно наастиане и лампетиане и евхиты. Все они, говорит, не знают, ибо добровольно смежают глаза свои перед истиной. Чего же не знают они? Того, что небеса, согласно книге Бытия Моисея, были из воды, ибо по словам его, Бытие 1.6, сам Бог повелел быть тверди посреди воды, равно как и земля по повелению его явилась из вод же, в которых прежде была погружена. Что поскольку небо и земля состоят из вод, то неожиданно настал потоп, и что как во время потопа последовало разрушение через воду, так и теперь прилежит разрушиться всему через огонь, с чем вместе погибнут и нечестивые. Две главные стихии Вселенной – вода и огонь, от которых получают бытие еще две стихии – воздух от испаряющихся вод, а земля от вод сгущающихся. Испарение же и сгущение сие производится огнем, чему поверит всякий, имеющий ум, ибо такую силу получила природа огня от самого Творца Бога. Итак, если две только стихии и первое истребление нечестивых было через воду, то совершенно необходимо говорить, чтобы второе погубление нечестивых совершилось через огонь. Вопросы? То есть вот были в то время, да и сегодня есть люди, которые, ну, где ваш Бог? Что ж, он обещал прийти, сам не приходит. А раз не приходит сейчас, значит, и никогда не придет. Не будет никакого гиены огненной, все это вы придумали. И насмехаются, то есть живут развратно. И насмехается над людьми, которые вот боятся пришествия Господа и не последуют их разврату.
Да, как во времена Ноя. Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали, что будет потоп. А Ной ходил и проповедовал, предупреждал. Так и сейчас пророки, они есть, Бог посылает пророков, и в Новом Завете они есть, которые говорят Слово Божие. Что, брат, подключить? Меня занятия идут. Я подключить? Брат Игорь Дубунов справляется как-то там. Но из-за того, что не исполнилось еще по вышеупомянутой причине одно обетование, несправедливо не верить и прочим спасительным заповедям Господа, как желают и домогаются люди злонамеренные. Вот это нам нужно понимать. И вот в 5 стихе апостол Петр говорит, что думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля сотворены из воды водою. Толкование. Из воды как причины вещественной, водой же как причиной совершительной, ибо вода содержит землю, связуя пыль оной и доставляя ей твердость. А если бы этого не было, то земля превратилась бы в пыль и воздух. Иной пустослов, быть может, возразит нам, почему же Бог, создавший видимый мир, не создал его от начала твердым? Отчего и нужно возводить его к совершенству при Ное через потоп, а при кончине мира, как говорит теперь Петр, через огонь? Такому скажем, во-первых, что миру нельзя быть неизменяемым, ибо как будет иметь неизменяемость то, что получило бытие через перемену? Ибо он приведет в бытие из небытия, чего ни один благоразумный не назовет неперемены. Поскольку же изменение к худшему дошло до самого худого, то Творец мира, чтобы возвести к лучшему, по необходимости совершил очищение его при Ное посредством воды, а при кончине совершит посредством огня. И мы имеем обыкновение подвергать некоторые вещи действию огня не для того, чтобы уничтожить их, но для того, чтобы придать им чистоту и блеск. В этом, вероятно, никто не усомнится. Подобное и Бог обещал сделать при кончине века посредством огня. Лишнее и бесполезное для будущего состояния людей Он уничтожит. Например, растения, скот, лес. Так существа, ненужные для нетленной жизни, уничтожатся. Если же так, то напрасно пустословят те, которые утверждают, будто этот видимый мир от начала был нетленным. Если бы кто вздумал также рассуждать и о существах мысленных, поскольку и они приведены в бытие из небытия, таковой пусть поймет, что самая простота, несложность их ручается за неразрушимость и за близость их по самому бытию, к блаженному и божественному естеству. Мир всем. С миром принимаем. Вот. Вопросы. Отчего тут у них спор возник? Кто не верил, что мир будет уничтожен огнем? Были такие люди, и вот апостол Петр о них и говорит, и пытается
убедить, что так оно и будет. И вот он в 6-7 стихе пишет: «Потому что так, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Толкование. Мир погиб через небо и землю. Земля выпустила из недр своих воду, а хляби небесные не спустили воду на землю. Погиб, разумеет, не обо всем мире, но об одних только животных, которые представляют собой как бы весь мир. Ибо созданный без них мир не был бы и миром. Что будет разрушение настоящего мира посредством огня, это мысль не одних только христиан, но и языческих мудрецов. Но скажет иной: зачем созидать мир, если он опять должен обратиться в тление? Такому скажем, что мир не уничтожится совершенно, но разрушится, чтобы обновиться. Почему и пророк говорит: «И ты обновишь лице земли» – Псалом 103:30. Чувственная тварь по создании Богом была хороша весьма – Бытие 3:31. А за преступление человека и сама эта тварь покорилась суете. Римлянам 8:20. То есть утратила твердость бытия своего. Потом, когда во время потопа стало на земле мало людей благочестивых, мир как бы вторично восстановился и получил начало через Ноя, и прочие живые существа, сохранившиеся в ковчеге для того, чтобы послужить семенем нового состояния мира. Между тем, род человеческий и тогда не улучшился, но пошел на худшее прежнего, отчего не отвратил его ни закон, данный через Моисея, ни пришествие Господне. Итак, поскольку и призвание ко спасению было многообразно, и погибель от непокорности была многоразлична, то необходим будет огненный потоп, то есть разрушение, хотя и не всецелое, разрушение не душ, но и не тел. Ибо всем нам должно явиться пред судом Христовым. 2 Коринфянам 5:10. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Не без тел, с одними только душами, но вместе с нетленными телами. Ибо как может быть наказана одна душа без тела, когда она носит на себе сделанную ею через тело? Ибо праведному судьи не свойственно, когда двое погрешили в одном и том же, одного прощать, а на другого слагать всю тяжесть вины. Скажем, во-вторых, и то, что и мы посредством огня обыкновенно очищаем нечистые вещи от примеси и восстанавливаем их светлость. Сберегаются на день суда и погибели. Суда – то же, что осуждение. Пожалуйста, если у кого есть вопросы, задавайте по прочитанному. Вопросов нет. Может быть, Игнат Тихонович, вы что-то хотите дополнить от себя или нет? Дальше тогда читаем еще. Второе послание Петра, 3 глава, с 8-9 стихи. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые посчитают то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Толкование. «Пред Ним бесконечным никакое время не продолжительно, но у Него и тысяча лет, как один день, даже по словам Давида, нет и множества дней. Ибо Он так говорит: тысяча лет пред очами твоими, как день вчерашний.
когда он прошел и как стража в ночи. Псалом 89:5. Когда тысячу лет уподобляет стража ночной, то имеет в виду самый краткий срок. А ночь делится на 4 промежутка. Так Господь, по словам Евангелия, Матфея 14:25, предстал своим апостолам в четвертую стражу ночи. Четвертую стражу ночи. Занят, не могу говорить, перезвоню. Хорошо. Вопросы? Второе послание Петра, 3 глава, 10-12 стихи. Можно? Да. Я единственное могу сказать, что Петра 3.9 научить наизусть для благовестия. Очень хороший стих. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Этот, брат, стих, да? Да. О каком обетовании здесь говорится? То есть, может быть, не всякий понимает, а многие и не знают. То есть, когда ты будешь этот стих приводить, то есть, про погибель, про покаяние, как-то, ну, человек, может быть, еще и имеет какое-то понятие о спасении души, а вот про обетование, что Бог обещал, не каждый, может быть, знает. Ну, что там в начале написано, о чем Петр говорит в начале этой главы? О чем мы проповедуем, когда людям говорим? О страшном суде, о втором пришествии Христа. То есть, а люди все время нам утверждают, что уже сколько, уже 2000 лет прошло, а Господа нету пришествия. Они нам так и говорят, ничего не изменилось. Все вроде как врете это. А это просто долготерпение Божие. Господь долготерпит. Не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли в покаяние. Вот в этом весь смысл. Да. Спаси Христос, брат. Второе послание Петра, 3 глава, 10-11-12 стихи. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам?» Все появился. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествием Дня Божьего, в которые воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Толкование. Чтобы объяснить неизвестность и неожиданность пришествия Господня, апостол сравнивает оное с приходом вора и ночи. Ночь указывает на неизвестность, а вор на неожиданность, ибо никто, ожидающий вора, не бывает ограблен. Посему и Господь говорит, что как во дни Ноя были люди, пристрастные к пирам и бракам, пока не застиг их потоп, так и пришествие Господа
застигнет нечестивых неожиданно. Евангелие от Матфея, 24 глава, 37-39 стихи. С шумом, значит, с треском. А такой треск обыкновенно бывает, когда что-нибудь горит. Примечай. Апостол сказал, земля и дела на ней сгорят, а не люди. Следовательно, он говорит только о погибели нечестивых или их дел нечестивых. Ибо путь нечестивых погибнет, Псалом 1.7, а не сам нечестивый. Ну вот, читаешь, веришь, что да, а вот на практике, как это будет все, как могут дела сгореть, а люди остаться. У кого на сей счет мысли какие? Все понятно, брат. Что? Написано же, земля и дела на ней сгорят. Ну, то есть все строение, то, что человек сделал. То, что сотворено было. А души-то бессмертные, человеческие. Они сразу предстанут на суд Божий. Ну, а тела? Они, мы же с телами вот предстанем на суд Божий. Но они спасутся, как бы, они тела спасутся, как бы из огня, эти головешки, что ли, как бы, или как. Нам даны, как святые отцы говорят, будут нетленные тела. То есть даже нечестивым будут даны. Почему и в толковании так говорится, что мучиться будет и душа, и тело. То есть те люди, которые умерли, тела их мертвые, но там уже и сгорать-то нечему, они уже стлели. Там, кости, прах они. А те, которые останутся до последних времен, написано, мгновение ока изменится. То есть тела их станут нетленными, значит, тела их не сгорят. Но дела, ну, дела нечестивых. То есть эти тела нечестивых, они же тоже изменятся, они же тоже станут нетленными. Вся Земля, то есть вся планета сгорит. Но тоже будет новое небо и новая Земля. Или она очистится, как вот золото огнем очищено, если его в огонь опускаешь, золото, то оно же не сгорает до конца, оно еще сильнее сияет. Так, наверное, и с землей будет. Написано, и небо, как свиток, сгорит. Как небо может загореть? Ну вот. Тяжело представить, конечно, но верой нужно это брать все. Второе Петра, 3 глава, 13-15 стихи. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Вот оно, какое обетование. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам. Толкование. Господь устроит новое небо и новую землю. Новые не по сущности и веществу, ибо если кто строит новый дом, то это не значит уже, что он строит его из вещества, не существовавшего прежде. Нет, Бог однажды создал вещество и образовал его во всевозможные виды и составы, и что было необходимо для здешней лишь жизни – для тамошней нетленной бесполезно и излишне.
то он отменит, а что полезно, тому даст новый образ с красотой нетленной и неувядающей, и дозволит наполнять другой и нетленный мир. Да. Сколько в мире всяких веществ, всяких, даже вот у воды четыре состояния. Твердые тела, газообразные, жидкие, такой разнообразный мир, а вот все тлеет, как говорят, ничто не вечно под луной. Потом все изменится, будет все нетленное, то есть все вечное. Времени уже не будет. Наступит вечность. И одни пойдут в жизнь вечную, а другие в муку вечную. Вечную. Никогда не будет мучением конца. Бойтесь поэтому греха. И бойтесь тех, кто обольщает слух, говоря, что когда-то эти мучения кончатся. Что за этим стоит? Ну, греши все равно. Бог тебя накажет, а вечно ты не будешь мучиться. Все равно в рай попадешь. Ну или хотя бы из ада выкарабкаешься молитвами святых. Нет этого, ложь и обман. Человек получит то, что он делал, соответственно, доброе или худое, живя в теле. Покуда он в теле жил, душа в теле была, и что-то он дела какие делал, вот он, соответственно, этому и получит. Делал добрые дела, получит доброе воздаяние. Делал злые дела, получит воздаяние по делам. И никто его не перетащит в рай, если он заслужил ад. Если он не хотел в рай, делал злые дела, умышленно. А иначе мы Бога представляем, когда вот верим, что вот молитвами можно перетащить человека из злодея, то помолимся, и вот он злодей был, ну вот, ну пусть даже не злодей, пусть даже вот, ну он не веровал во Христа, то уже зло, по сути, как так, не верил в спасительную жертву, то есть он гордец, получается. И люди думают, что возможно молитвами перетащить, они представляют Бога таким продажным судьей, что вот дал ему взятку, помолился, и он преступника, осужденного на смерть, ну скажет, ну ладно. А он убийца, насильник, там, грабитель, тысячи душ загубил. И вот я помолюсь, и Бог его простит. Простил бы Бог, если бы тот, живя в теле, молился и просил прощения. Тогда да. А так, за гробом нет покаяния. Нет. Не верьте этому. Живите бдительно. Каждый наблюдает за собою. Ну и за ближним, естественно. Ибо Бог спросит даже из тебя, если ты ближнего своего не спасал, зная, что тот идет в погибель и ничего не предпринимал. Господь говорит, я с тебя спрошу, ибо ты мог его спасти, но не пожелал этого. Час прошел. Пожалуйста, у кого есть вопросы, задавайте. Игнат Тихонич с радостью ответит по Писанию. Брат, завтра утренняя молитва будет? Да. Только по воскресеньям у нас нет утренней молитвы. Остальные дни. 5 утра.
по барнаульскому, в час по московскому. Еще вопросы? Ни у кого ничего нет. Какие новости, Игнат Тихонович, там в интернете? Нету никаких? Не знаю, не смотрел. Смотрели сегодня еще. У меня были гости, я им показывал, о чем говорил на собрании. Гости новые какие-то, да? Да, наши, наши. Наши? Не по скайпу, а приходили, да, к вам в гости? Домой? Домой, да. Чат видите, что вам пишут? Елена Фаур. Мир вам, Игнат Тихонович. Рады встрече с вами. Елена Фаур. Сергей Евтушенко. Игнат Тихонович, вы лично принимаете творением мира как за 6 дней буквально? Или допускаете, что это могли быть миллиарды лет? Именно так. Вторая часть. Миллиарды лет. Может и так быть. Ну, допускаем, он может быть. Потому что все, что есть, изыскание показывает на то, что речь идет о миллионах минимум. Я нигде не говорю об этом, а спросил для меня. Так, принимаете. Я принимаю это. И это понимали многие святые отцы. Именно так, что один день здесь, значит, не 1000 лет, а 1000000 лет. Ну вот написано, сказал Бог, да будет свет, и стал свет. То есть он стал через миллиарды лет свет, или тут же стал? Как понимаете? А зачем понимать-то? И стал, да и стал. Такие дебри пробираться не надо. Стал свет. Стал свет, как он стал? В один день или через 1000000 лет? 1000000 лет вращения Андромеды было. Сгущение плазмы. Не знаем. Но все говорит о том, что не наши 24 часа. Это определенно. Я не настаиваю, но раз спросили, как я понимаю, я принимаю именно так. Потому что исследования там всяческие, радиоактивные, показывают огромные-огромные цифры. Ну вот еще повторный вопрос. Возраст Адама отчислен от его пребывания на Земле в падшем состоянии или от его сотворения, как думаете? От сотворения, конечно, потому что его... А что он? Мы не знаем, в какое время Ева-то появилась. Если она после обеда появилась, ну, полдня можно вычислить. Не, ну, в раю времени же не было. Время как началось, когда треть люди стали, тогда и время появилось. А до этого-то времени не было, когда они были сотворены. Уже время было, он уже все, творение на этом закончилось. Они же были сотворены вечными, а в вечности нет времени. Когда настало тление, тогда его... Повторять не буду. Что если она была после обеда сотворенная, полдня у нас жил один, наши, 12 часов. Ну, значит, полдня отнимать надо. А ему принадлежат именно вот, как сейчас он вздохнул, как стал понимать. Его время... Жизнь Адамовой, жизнь, это его жизнь была
в святом состоянии, в его, ну и вопросов нету. Там нет ни одного слова, не добавлено. Просто Адамово время. А время его сколько жил? И сегодня также говорят. Вот умер кто-то, и говорят, вот столько-то, столько-то. От рождения, от вздоха, от крика. Так, еще один вопрос. Мир вам, Елена задает вопрос. Не знаю, какая фамилия, нет. Мир вам, Игнатий Тихонович, как отвечать на то, когда говорят, что надо верить без фанатизма? А кто говорит, его спросить надо. Что он вкладывает в это слово? Фаната, что означает? Какой смысл был всегда? Приверженец какой-то идеи до смерти. Во! Именно так и надо верить. Я вот выходил, когда, ну, где-то там конгрессы, там интеллигенции были, такие важные очень. Там даже лауреат Нобелевской премии Жарес был. Вот. Я говорил об этом. Я фанатик. А речь шла тогда об экстремизме. Я вышел с Библией в руках, поднял ее и сказал, я экстремист. Экстремист. А они сидят, президиум-то избраны, там профессора, академики, вот там, откуда приехали, там очень важные персоны, это была вообще союзная встреча-то. А я говорю, а кто не фанатик? Кто не экстремист? У них одно название, блевотина. А они так и ахнули. А я за кафедрой стою, микрофон. А почему? А надо быть, говорит, если бы ты был холодный или горячий. А нет, если теплохладный, извергну тебя из уст моих. И выступает Сорокин, профессор Виталий, Алтайский государственный университет. Мне что, он передо мной выступил-то. И он как раз это все сказал. Я когда пришел домой, до того мне это удивительно, как он говорил, вот прям как по моей книжке. Ну, я позвонил тогда, теперь он редактор церковной газеты, или как назвать, журнала «Алтайская миссия», Клименко Владимир Федорович. Я говорю, а ты можешь мне Сорокина Виталия адрес дать? Он телефон дал. Я ему позвонил, я говорю, как вы могли так сказать-то? Ну точно как? Как? А у меня разве, говорит, зря на полке стоят 12 томов открытым оком? То есть он приходил к Никите Санарову-то, а у меня вышло в это время уже 12 томов, хотя их всего 33. И они у него уже все были. И он все принял. Я и знать не знал, какого ученика приобрел. И он говорит так. И этот фанатизм, экстремизм никак нельзя отрицать. Иначе у нас ничего не будет. Настоящий верующий обязательно фанатик и экстремист. Если я когда вышел, то подтверждение дал только. И, конечно, было здорово. А это объяснение. Объяснение. «Ленин в октябре», кажется, фильм был такой. И когда пришли оба сделать, а его не было. И ну и говорят, что да вот, революционный фанатик, а солдат-то остался там, красноармеец или кто там, белогвардеец, и спрашивает, а Мария Ильинична ему и объясняет, что такое фанатик, вот как мы сейчас рассуждаем. Они спокойно стоят, разговаривают. Но это-то неграмотно, а сестра-то у него была очень приятная и грамотная. Игнатий Тихонович, ну вот вы сегодня говорили о... Картинку вам прислали, что... Вот мне тоже сегодня прислали, там, без любви. Я вот ее сейчас выведу на экран. Вот это вот я и говорил, вот про это вот. Да. И меня вот... Все, я совсем согласен, но меня задело вот это последнее.
Вера без любви делает человека фанатиком. Да. Ну вот это же неверно. Вы в фанатизм вкладываете это в хороший смысл, а здесь это отрицательный смысл. То есть последнее вот это непонятно, как. То есть фанатик вот у автора здесь так понимает, без любви чего? Он не говорит, какой любви? Без любви сохранить свою жизнь. Я ее не люблю, эту, вот эту жизнь, больше, чем служение Господу. Все, фанатик уже готовый, очерчен по всем краям. Мы же должны тут расширить понятие. Любовь – это не погладить вихри на голове. Кто это составил, вот это? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать пунктов. Ну, можно и шире расширить. Вот как-то было, тогда был Волков у нас, и он хамил. Я ему показал, что тебя от этого удерживало, кто твой собеседник, какой возраст, и все. И это в интернете теперь распространяют, и, ну, там много, где-то 90, что ли, ссылок на Священное Писание. Вы помните, это было? Какие условия были, чтобы человеку там вести себя нормально? Вот. Нужно учитывать все. Лучше твое положение будет. Но это метод Сократа. Вот. Вот преграды, преграды. Вот это вот самое и есть. Это, когда вернулись с этого, я сел и составил вот это. А там кто-то еще что-то маленько добавили. Это мои изыскания. Преграды. И больше ничего не надо. Вот они, места писания. Сколько надо. Какие там моменты, сколько там моментов, которые задерживали человека? 5, 6, 7, 8 там. Понимаешь, это очень глубокое исследование. 15 пунктов. Ну вот 15 пунктов, 15 преград, 15 брустверов, которые перед человеком, чтобы он вел себя нормально, когда разговаривает. Не хамил. Взвесить все. Чтобы твоя голова осталась целая. Что там написано? Впереди начинай. Первое считай. Стоящий перед человеком, которые могут и должны удержать от гнева, дерзости и хамства. Вот и вопрос, а первое, если я промолчу, буду кротким, не отвечу, что я потеряю и выиграю? Но я говорю, любой вопрос, который встает перед нами, мне задают, я говорю, ты сам себе задавай его. Я тебе говорю, четыре ступеньки. Первое всегда, что ты ищешь этим делом? Ну, к примеру, жениться решил. Решил уехать куда-то, переехать, место переменить в Америку из России. Что ты ищешь, земного или небесного, временного или вечного? Вот разложи это все по пунктам, что ты имеешь и туда, и едешь туда. Второе. Что об этом говорит Святая Библия? Это значит, ее надо знать. Все твои первые доводы, которые ты сделал, должны быть подтверждены Священным Писанием. Я думаю, те, которые уехали, может, ни одного даже нет, которые это... Думали, там легче. Я их всех считаю предателями, которые выехали в Америку, бросили, их кормили, поили здесь, выучили, они дня не работали, схватились, поехали. Вот особенно это баптисты. Такие герои были. А как только дали свободу, шмыгнули и все, и там развратились. Приезжали оттуда, жаловались. И вот относительно Священного Писания. Третий вопрос. Что говорит твоя совесть? Значит, ты должен себя знать. А что такое совесть? Я просчитал столько о совести. Это тома целые. У меня своя выработка есть. Одно предложение. Участок души, не душа, участок души, через который слышится голос Божий. Вот суммировал все в одно предложение. Люди, которые знают, писали об мне писатели, они это качество выделили. Вот говорит,
такой лаконичностью, твердостью, ограничением, буквально одним предложением, огромное-огромное высказывание все объединить. Вот это третий вопрос. И четвертый, это один из самых трудных вопросов. И четвертый, то, что я сделаю, там уедут или что-то, не вызовет ли это соблазн в людях? И после этого решай. Посоветуйся с хорошим духовным, рожденным свыше, вводимым Духом Божьим человеком. Когда эти вопросы решишь, и скажи, я вот все думаю так. Зачем же пророк Исаия говорил бы, говорит, и каждый побежит к своему народу. Русские люди потянулись туда. Зачем? Посмотрите на женщин, что сделали они. Это все Америка сделала. Традиции, тренькой стоят священники. Какие традиции это? Маленькие девочки все уже влезли в мужское одеяние. Они все мерзавки. Мерзок пред Господом, носящий одежду иного пола. И все эти моды дают, а кто? Гомосеки, как говорят их. И тут не надо скрывать никак. А почему так? Потому что земля должна быть сожженная. А больше всего Бог ненавидит гомосексуалистов. И доказательство этого – Содом и Гоморра. И теперь они из всего мира устраивают Содом и Гоморру, чтобы ответ Божий прозвучал четко. Сгорит земля и все дела на ней. Вот к этому мы подходим. Не будет ли это соблазном? Это значит, должен быть очень большой кругозор людей своих, которых знаешь, общение, который сидит дома, он ничего не знает, он на четвертый вопрос вообще не ответит. Я сколько раз говорил, вот ты хочешь быть хозяином, жениться или строиться, ты должен быть лидером любого дела. Что-то затеваешь, я менеджер там, не надо говорить это, а раньше по-другому называли. Пугают слова латынью-то. А как будет? Ну вот первое качество приобрети. Воображение. Я повторяю, кто не знает. Воображение. Вот я решил почистить пруды. Заново их возобновить, сделать, углубить, рыбу завести. Потеряевки конкретно. У меня должно быть воображение. Как это будет? Как дороги пройдут сразу? Что будет весной? Ничего нету еще. Я должен все это уже все разложить. Сколько это будет стоить? Где достать технику? Как сливы эти сделать? От и до. Какие будут напоры воды весной? Главное, весна страшна. Теперь, как уровень поднять? Воображение. Еще я ничего не знаю. Просто сижу и размышляю. Второе качество лидера – это знание. Я должен учиться знать, ничего не отрицая. Я часто отвечаю – не знаю. Я знаю только последние, допустим, 200 лет. А дальше я не заглядывал, а мне надо вглубь пройти, там, может, еще лучше было. Я каждый день учусь. Вот сегодня Вячеслав тут был, и насчитывать, по моей работать. Он говорит, ну, отдохните хоть. А считать и насчитывать – это разница. Я могу считать только глазами, а здесь я должен с выражением, тем более готово считаю. Мне надо сделать вид, что я не считаю. А у меня язык заплетается. Я в 12:30 встал, ночь. Часа 2-3 уходит у меня на ответы. А в 4:40 я должен быть уже на молитве. А дальше уже, ну понятно, что тут воскресенье-то. И я не могу ничего сделать. Вот человек едет на дороге, дальнобойщик говорит, глаза открыты, а я ничего не вижу. Единственное лекарство, единственное. В сторону свернуть, заглушить машину и уснуть часа на 2-3. Другого не существует. И так и здесь насчитывать. А опыт у меня насчитки такой, которого поискать. Примерно 50 томов официально насчитаны. 12 томов Златоуста, 12 томов Жития, 5 Добротолюбия. И еще у меня не опубликовано бесед, встреч, тоже может на 2500 часов. Мой язык, мои уши, глаза, они мне послужили по полной программе. И третье качество – умение. Одно дело я знаю, другое дело, как это сделать, уметь. Вот нынче мы на Симаковском пруду. Что делать? Батюшка говорит, что-то надо делать. Весной такая вода идет, даже поднимается выше нашего стока воды.
А вон-то надо сначала, если ты насыпаешь, она не может стенка вертикально быть. Она уже сделана только для прохода его. Он опять двигает, и земля валится. Если поднимаешь ты на 20 сантиметров, то и стенка расширяется до самого низу. А высота этой стенки 5 метров. 5 метров. А он везет за почти 200 метров в одном направлении, хлюпает гусеницами, бульдозер. Толкнул, ушел обратно и задним ходом должен пройти по узкому-узкому пространству. И мы подняли на метр с лишним. Сколько этих у него ножей было, нож это как впереди толкает, называется. Я перед ними с флажком стою, насколько продвинуть. Насколько, сколько, жара такая стоит, а я в сапогах. Все у меня, буквально все тело горит. Я не могу отойти на один миг даже от него. Но я не за трактором, а он за трактором, за рулем. Я к нему. Что вам надо? Ну что, я бы сейчас чай горячий выпил. Я на велосипеде, а там трава, не прокрутишь. Трава такая высокая. Ему привез, он доволен. Я думаю его пригласить, телефон знаю, сюда. Ас. Вот везде есть такие люди. Вот этот бульдозерист нынче был. Леонтьев Алексей Лаврентьевич. Вот я должен знать, как уметь. Четвертое качество – решительность. Я, допустим, решил быть председателем колхоза или деревни, или общины. Вот я староста являюсь. Решительность. Вот эту девушку, которую вы здесь ну, смотрели, она в голубом платье, и она в хиджабе, и как она в университете, и везде. Она решительная. Если ты-то ведешь себя хлюпик и голова между колен, то и такие у тебя люди рядом, они сразу это поймут. Ты должен быть решительный. Преграды будут сломлены. Мы еще не вышли из окопов, а враг уже белый флаг выкинул. Вот такая решимость должна быть. В любом вопросе. Но я вымерил все до копейки. А где деньги взять? Только привезти платформу трактора, увезти 50 тысяч. Я зарыл больше миллиона там в землю. Имею пенсию 8141 рубль 33 копейки. А где деньги? У Бога. Он, корень его Бог, богатый Бог. И последнее, это дальше беспощадность, пятое качество. А как у христианина? Беспощадность к разгильдяйству, к недержанию слова. Он только мешается, немедленно его за хвостом в яму. Так а вы христианин? Как христианин отвечаю? И последнее, самое трудное качество. Привлекательность. Тебя нету, ты выехал где-то. Ты все время будешь здесь, твоим коллективом, в центре событий. Вот как. Я вот слышу, сколько нападок на президента России Путина. Ну, первый год он только появился, я сразу сказал, у него очень хорошие, сильные советники. Сколько там разных Навальных, которые бунтовали, где? А их просто нету. Я буду перечислять, ты пальцы только загибать будешь. Все, кто восставал против него, ни одного нету. Ни одного нету. Посчитай, сколько было руководителей, как Жахар Дудаев и другие, там Шамиль. Все исчезли. Против, вы знаете, Петровка, генерал Константин. Нету. Левашов был. Академик там такой, его внезапно умирает. И они сами, его последователи, колдуны, отвечают. Космическая энергия поразила его. Немцов начал тут дурить. Все. Перед самым Кремлем расстреляли. Что это Новодворская Валерия-то потянула ее? Какой-то прыщик на ноге. Взяли в больницу, скончалась. Она перед самой смертью начала дурить. На президента там говорит. Я сколько перечислил? Илюхин. Один из самых грамотных юристов в КПРФ. Готовить суд над Путиным. Начал собирать материал. Готовить суд. Голосованием импичмент предъявить и все. Внезапно умер. Все ахнули так. У него здоровье. Недавно проходил полную проверку. От чего умер? Я ничего не говорю. Я знаю только, что-то есть. Что он? Сам их травит.
Ну, хоть раз чтобы обличили, узнали, нет. Вы возьмите Рохлин, генерал Лев Рохлин. Жену заменили, она потом призналась, она не убивала. Ее предупредили, скажет что-нибудь, за раз застреляет, видно. И таких сколько? Это люди знатные. Привлекательность. Другой все знает. Все качества есть у него. Привлекательности нету. Он сразу выходит из себя, начинает дурить. Счет только задел его, все, пыль пошла. Да там ничего тогда и нету. Ты должен выслушать любого. Свободно рассудить. Ответ отложить даже на какое-то время. Данные должны быть. А не так там, замолчи, заткнись, зазнаю тебя. Не пойдет тут. Тебя будут клеветой обкладывать со всех сторон. Спокойно выслушай. Это вот я говорю о том, что есть. И так в любом вопросе. Спаси Христос. Аллилуйя. Игнатий Игнатьевич, вам бы поспать хоть до 4:40 хоть раз. Вячеслав, я тут хотел сегодня, да, еще вижу, что ну никак. 15 минут только прошло, ну едва-едва отключился. Тут еще кое-что стучаться. Маленько погодя, Володя приходит. А тут скинули там хлеб маленько, я полез на крышу, кусочки эти просушить надо. Дело-то маленькое, но важное пропадает, а я этого не могу допустить. Ну и вот так и проконетелился. Тут одно другое, смотрю на часы, и больше 15 минут и не удалось. Тут приходится учитывать маленько-то, а я никак это не пойму. 81-й год идет. По нашим сегодняшним меркам-то, вчера с одним говорил, там мусульманин, и кто он, ну, щат рулетка, ой, какое у вас здоровье. Я этого не знаю. Я просто благодарю Бога. Вот нынче-то у меня какая ситуация была. Я приехал сюда, я думал, без глаза остался. Всем в интернете дали, все начали молиться. Анализы прошел. И дальше дали результат, можно оперировать. 15, что ли, кабинетов. Там и рентген, и давление, и температура, и чего только не было. Так много кабинетов разных-то. И вот операционная, я уже пришел. Уже надели все на меня... Шагнул, все, только лечь. Я говорю, что же меня не спрашиваете? У меня сегодня, вот, буквально сегодня, сейчас, болезнь исчезла. За меня многие молятся. Надо операцию делать. Зачем же делать-то? Я молился, Господь сделал, а я теперь ноль внимания. Да кто я буду перед Богом-то? Я не стал. Ну и до свидания. Оттуда вышел. Из кабинета, из операционного. Часто ли так люди делают? С такой труд там положил Виктор Андреевич, чтобы везде меня протолкнуть-то и вовремя сделать, отпустить-то. И операция-то глаза. Глаза. Все напухло, все течет. И поврежденное. Физическое повреждение. Прорез был и попал вирус. Я 5-й год был, заканчивался, как я мучился. Капельки были такие, чтобы гной убрать. А я еду на сиденье, опрокинусь, а когда в миссионерской поездке были. Но машина же, там и пыль, и все. И все равно вытерпел. И вот нынче такая была ситуация. Сейчас у меня, ну, сказать, что разницы никакой нет, так нельзя. Какие-то остались следы-то, шрам, допустим. А остальное-то у меня все нормально. Я смотрю, встаю, вижу. Вот посчитали теперь, сколько я провел за компьютером, чтобы не ошибиться. В общей сложности близко к 100 тысячам часов. Да какие же глаза это выдержат? 14-16 часов ежедневно. Когда книги верстал, там 30 тысяч провел за 9 лет. За 9 лет. Ну и накинь еще 20 лет. За 9 лет. 30 тысяч. Ну и вот я так примерно умножаю. Глаза послужили, слава Богу.
А как лечили, как? Морковка самой мелкой терки. Одна морковка крупная. Утром, вечером желательно, в обед и вечером, если можно. И никакого сока. Именно ее съесть надо быстро, в течение 5 минут. Не позже. А кто сказал? Никто не сказал. Мой организм, я к нему прислушиваюсь. Мой организм. Вот люди не верят, когда рассказывают. Вот у меня зубы повредил. Колодцы, когда копали, в холодной воде сидел неделю. Ну и в Америке был, когда в Нью-Йорке, там свои синод, решили помочь, привели в кабинет, там лакированные такие сиденья опрокинули, сейчас тоже тут такие есть. Ничего нельзя сделать, только надо вырывать. У меня еще ни один корень не вырван по сегодняшний день. Я говорю, мне нельзя, я веду занятия в 5 институтах, университетах, и мне память нужна, а я не смогу тогда, какое отношение к памяти, не знаю. Что попало? А врач говорит, еврей из русских. Я говорю, не знаю, вы сделаете штифт какой-то там, ввинчиваете, на него наросите. А он у вас ниже десны, нельзя, ниже десны. Ну нельзя, значит нельзя. Проходит еще сколько-то лет, и говорят, шведские там медики или кто исследования вели, чуть лет не 30. С каждым вырванным зубом какой процент памяти исчезает, особенно верхней челюсти. Вот и все. А я ни дня не исследовал. Внутренно я это сказал. Внутри себя. Ну а как вы могли сказать? Понятия не имею как. Сказал и уперся. Уперся и все связано с памятью. Мне нельзя терять память. Иначе я теряю. У меня 13 школ, 5 отделов милиции, городское, краевое еще, 7. Сотни милиционеров, офицеров. 3 радиопрограммы веду. Сам составитель по телевидению. И я буду путаться, а вопросы прям сразу же идут. Иногда до 30 вопросов. Вот так. Олег Бушило задает вопрос. Игнатий Тихонович, что можете сказать про Иисусову молитву? Как она появилась, ее многократное повторение и иное кратко? Ну, я буду говорить только опыт, а не то, что вы можете узнать. Свой личный опыт. Если вопрос так стоит, я отвечу. А как она появилась, не знаете, да? Знаю, как не знаю. Вот видишь, что у меня. Вот главное оружие. 118 псалом, 164 стих. Считай. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Да. Никто ни разу не сделал исследование, как Вячеслав Семенов начал. Он прямо... Кто один раз молится, 2, 3, 5 градуировал. Это здорово. Я рад за него. Я ему это даже не говорил, он сам. Я на собраниях всегда спрашивал, кто сколько молится-то. А чтобы подвести итог на многих людях, я никогда на это не посягал. А он прямо выставил в интернете. Мне так возрадовался. Исследовательский ум. Это важно, чтобы людям помочь. Как возникло? Женщина шла и кричала, Иисус, сын Давида, помилуй меня. Кричала или не кричала? Отвечает, да, кричала. Ну вот посмотрите, почитайте. А зачем она непрерывно кричала? Нет ответа. Сколько раз она кричала? Не знает. Ну а дальше молитва просто шлифуется. Господи, ага, тогда Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Все, Иисусова молитва уже сложилась. Вот она откуда идет. Православные это боятся Бога огорчить. Но вот представьте, считаем мы у Прокла, житие святого Прокла. А Прокл это секретарь Иоанна Златоуста. И когда он умер, Златоуст, его избрали, и он стал патриархом, тоже святой.
И во время, когда у них был крест, там мощи переносили, кажется. В это время мальчик, там вроде 4, что ли, года ему было. Вдруг его как вихрь подхватил, и он исчез в облаках. И процессия остановилась. Часа через 3 он опять же опустился невредимый. И все спрашивают, что было, как было. Он говорит, я слышал, как поют ангелы там. А они как поют? Слова? Да, слова понятные. А какие? Святый Боже. И все, нет еще. Так, святый крепкий. Все, нет. А потом святый бессмертный. Вот это да. И дальше да, еще больше ничего нету. Ну, а так это ангелы безгрешные. Ну, православные сразу сказали, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Помилуй нас, это покаяние везде проповедуется. И а армяне решили дальше, распнися, заны, помилуй нас. Нет, не пойдет, православные говорят, Троица не распиналась. Это прославление Троицы, святые Божии, Отец, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, там Дух Святой, все. И вот так эта молитва входит. Православные молитвы-то, они составлены из Священного Писания. Как узнали? Вот так узнали. Ну, а вот Лесовка, как молитесь? Чтобы непрерывно, этого нет. Вот у меня Лесовка, как? Три святое. Царю Небесный Утешитель и да Отче наш. Знаете? В любой церкви, любое богослужение так и идет. Три святое называется. И после этого первые 10 Иисусовой молитвы. Вот я как их считаю. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Второе перебираю. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Третье. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Четвертое. Благодарю Тебя, наш Бог и Иегова. Аллилуйя. И так считаю до 10, и потом уже 8-9. Благодарю Господь за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. И последнее. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви. Аллилуйя. Все, 10. Больше она... Вот остальные по-другому. 2-я десятка идет. 10 бабышек этих. К Богородице, Пресвятая Госпожа Богородица, Пресная Дева Мария, Матерь Бога, Христа нашего, спаси молитвами своими. А дальше уже говорю, вот один раз сказал, а дальше говорю, Господи, благослови тех людей, которые помогали нам в нашей миссионерской поездке. И я сразу причисляю Павла и Зинаиду, Дмитрия Владимира, Людмилу Надежду, которые особенно остались, помогали, там Валентина, вот, Сартисон. Мы их всех поминаем каждый день, по сегодняшний день, когда уже 4 года позади. И так я благодарю, что Матерь Божия, Амафором, покрой нас от неприятелей. Благодарю, что этим годом фактически 4 месяца нападения от врагов не было такого, там в прокуратуру, там прокуроры, все поднимались, нынче как будто их и нету. Я благодарю за услышанные молитвы. И остальные это враги, которые они кряхтели, пыхтели, у них ничего не получилось. Угрожали было раньше. Вызов там. Я ни разу не выехал никуда. У меня транспорта нет. Да зачем ехать? Третий ангелу-хранителю. Добрый мой ангел-хранитель, данный мне от Бога. Моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел. Дальше. Благодарю тебя. Столько лет ты терпел меня. Хранил. Благодарю тебя. Добрый мой ангел, прошу тебя, не покинь меня в смертный час, когда душа моя будет разлучаться от тела, там поклон за поклоном. Но проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и веди ее навеки, в вечное царство Христа Бога нашего, 10 поклонов. 4 Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о мне грешном. И о нас, а мне о нас. А дальше, Господи, уже к Господу, но вот эти 10, которые рассчитаны, я, он бедный-то, а уже молюсь Богу. Господи, научи нас жить в бедности, имея пропитание и одежду,
быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать, быть экономным во всем, дабы было из чего уделять нуждающимся. Аллилуйя! И вот это я обращаюсь к Богу, а пятое уже Никола Чудотворец. Моли Бога о нас. И вот какие у него были поступки, заступления, я прошу на нас, чтобы оказалось. Ну, а дальше шестая пророки. Пророк Илья, Елисей, Нох, Моисея, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, Пророк, Михей, молите Бога о нас. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Вот это десятка такая, 10 поклонов. Ну вот оно все тут, то Сергей Павлович выставляет-то. Вот так мой опыт по Иисусовой молитве. Она является начальной. И в конце с поднятием рук молимся всегда. И малые дети поднимают руки. Воздяние рук, как жертву вечернюю прими, благоухание тебе приятное. Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых на небе и на земле. И благослови всех, и услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам. Второй поклон. И третье. Господи, любящий Отец Небесный, тут надо записать вот это. Ради голгофских страданий Твоих, ради пролитой крови Единородного Сына Твоего Иисуса Христа, услыши и прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Это третий поклон. И потом говорим. Говори, Господи, слушает и дослышит раб Твой. И стоим молча, слушаем, что Бог положит на сердце. Я нигде это не брал, просто у меня вот такое излилось, и я его отпечатал. А то, что Богородица считает там много раз, да даже Отче наш, я никогда этим не увлекался, и мантры не считал. Молитва должна быть разнообразная, всеохватная. Вот и 100. И вот таких заходов, 100 поклонов, не меньше 7 раз в день, не считая утренней и вечерней молитвы. Но сюда входят и ночные. Наверное, разошлись уже все. Да нет. Да пора бы уже. Нет, ну нет. А распускай пасту свою, давай. Давайте помолимся. Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Рошую, сущую Богородицу тебя величаем. Молитесь, Кратимович. Я попрошу, чтобы брат Ездра помолился. Пожалуйста. Наверное, плохо будет слышно. Хорошо. Там его нету или что? Почему нет молитвы? Пускай Вячеслав помолится. Не, Ездра, тебя хорошо слышно, говори. Все, микрофон включай, и слышно хорошо. Давайте, пусть Вячеслав, меня плохо слышно, наверное. Хорошо тебя слышно, хорошо. То ли стесняется, то ли издевается. Понятно. Вячеслав, давай молись, Сергеевич.
Нету его или что? Микрофон включаю, Слав. Может, отошел. Может, микрофон забыл включить. Долго ждать. А то я попрошу Сергея Егоровича Игнатова. Спаси Христос, Геннадий Тихонович. Я интуитивно чувствовал, что до меня очередь дойдет. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава аминь. Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарю Тебя, наш милосердный Бог Иегова, Авва Отче, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Твоя, Аллилуйя. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который Ты даровал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Благодарю Тебя, Господи, за веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за Голгофскую жертву, за пречистую кровь, пролитую на кресте, восставление наших грехов и надежду на жизнь вечную. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Пресвятая Богородица, Матерь Христа Бога нашего, за то, что Ты в дни скорби, печали и стесненных обстоятельствах сохраняла нас от поношения, посрамления, поруганий и отступничества. Покрой нас амофором Твоей любви. Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Боже, за Пресвятую Деву Марию, дивную заступницу рода христианского. Святые ангелы и архангели, Михаили, Гавриили, Уриили, Селафиили, Гудиили, Еремеили, молите Бога о нас. Святые ангелы и архангелы, престолы, херувимы, господство, начало силы, молите Бога о нас. Святой ангел мой, хранитель мой, благодарю Тебя за то, что Ты во все дни жизни моей сохранял меня от опасности, от нечистой силы, в транспорте, повсюду Ты хранил меня. Не оставь меня, когда душа будет разлучаться с телом, и проведи по мытарству, страшным и непонятным, и введи мою душу в Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Святой Предтечи Иоанне, Креститель Господень, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, в подражании Предтечи Иоанну Крестителю, в посте и в молитве, имея пропитание и одежду, быть довольным и благочестивым, никому не завидовать и не роптать, не участвовать в бесплодных делах тьмы, не бояться начальствующих и правителей грозных, но и обличать. Святые мученики, Поликарп Смирский, Устин Философ, Косма и Дамиан, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Андрей Стратилат, Пантелеймон, Георгий Победоносец, царь Николай и святое семейство царское, Борис и Глеб, Вениамин Владимир, молите Бога о нас, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвенником о душах наших. Святые праведные, учителя Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Антоний Феодосий, Иоанн Шанхайский, Иоанн Кронштадтский, Серафим Старовский, Сергий Радонежский, митрополит Иннокентий. Молите Бога нас, ибо мы усердно к вам прибегаем, нашим учителям церкви. Аллилуйя! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Перепетуя, Тамара, Нина, Елена, Ольга, Андрей, Киприан и Устина. Молите Бога нас и дару Господи нашим женам и девам послушание, молчание, целомудрие, стыдливость. И сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! Господи, благослови наше селение,
Огради его от нечистой силы, от мятежей, от пожаров, от хулиганов, от воров, от нечистой силы. И благослови охраняющих его, пожарных, полицейских, учителей. Огради наше жилище от воров и нечистой силы. И приумножь наше достояние для свершения богоугодных дел. Аминь. Боже, научи нас трудиться с радостью. И помоги нам открыть и приумножить дарованные Тобою таланты. И для этого пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Аллилуйя! Господи, слава Тебе! Слава Тебе, Господи! Аллилуйя! Боже, наведи страх Твой на власти и воинство, дабы познали они, что Ты Царь царствующих и Господь господствующих. Принимали угодные Тебе законы и слышали воздыхание верующих людей. Аллилуйя! Боже, коснись сердец патриарха, епископов, священников, диаконов и всех Твоих служителей. Даруй им рождение свыше. Побуди их на благовестие Святого Евангелия и соблюдение канонов Церкви. Аллилуйя! Боже, воззри на врагов наших, и запрети им, не дай осуществиться желаемому, и приведи их, Господи, по ту милосердию к покаянию. Не помяни их безумие в судный день, и, если угодно, примири их с нами. Аллилуйя! Укрепи нас, Господи, в святой православной вере и народ Твой, дабы никто не принял начертание Антихриста, не уклонился ни направо, ни налево, и хранил веру православную. Аллилуйя! Господи, посети болящих, Ты все знаешь. Укрепи их душевные и телесные силы, дабы никто не возроптал и не отошел от Тебя в печали и унынии. И дар, Господи, всем нам исцеление, как угодно Тебе. Аллилуйя! Господи, упокой душу усопших рабов Твоих, всех за веру православную пострадавших, отдавших жизнь свою за ближних. И даром, Господи, вечную славу и вечный покой, ибо нет человека, который бы, живя на земле, не согрешил. Господи, огради от покушений руководителей государств и правительств Владимира, Эрдогана, Дональда, Трампа и всех начальствующих, дабы нам проводили жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. И дар, Господи, мир Украине, России, Израилю, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное и доброе время. Защити, Господи, детей здесь и там от угнетения, от притеснения. Аллилуйя! Боже, милости будь нам грешным, помилуй нас. Господи, и прими нашу молитву, и воздень рук, как жертву вечернюю, благоухание приятно перед престолом Твоей благодати. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся во благо нам, и прими нашу молитву о всех заповедавших молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Аминь! Аминь. Спаси, Христос. Аминь. Аминь. Сразу вечернее правило совершить. Христос посреди нас. Есть и будет. Аминь. Да. Он засчитал все.